Знамя и оркестр вперед! Фестиваль на сопках Маньчжурии стартовал с марш-парада. Оркестры, коллективы «Мажорец спорта», «Барабанщицы» в музыкальном шествии приняли участие 16 коллективов из 4 федеральных округов России. Свыше 500 музыкантов прошлись по Волжскому проспекту от улицы Первомайской до бассейна ЦСКА ВВС. На празднике присутствовала глава Самары Елена Лапушкина. Музыканты исполняют все, от классики до современных композиций. И мы стараемся, чтобы нас слушали люди, самый главный принципиальный момент. И мы стали участвовать в всевозможных рекордах Гиннесса, дабы нас заметили. И отсюда появились лыжи, отсюда появилось, так сказать, наше желание делать масштабные клубные мероприятия. Это наш второй визит в этом городе, в этом фестивале участие, поэтому мы с такой радостью, с таким энтузиазмом сюда приехали, поэтому это просто для нас счастье здесь находиться. В связи с пандемией не все можно проводить, но то, что сейчас происходит, конечно, уникально. Я сегодня удивлен погоде, людям, в первую очередь, конечно, которые нам хлопали, мы идем, нам хлопают, нам машут руками, воздушные поцелуи. Ну как, ну чудо, красота. Интересный фестиваль. Мы, самарский оркестр, с радостью поучаствуем, покажем свое военное творчество. Кульминацией марш-парада стало выступление Самарского муниципального концертного духового оркестра. Все, по-моему, изумительные совершенно. Рощинский вообще уникальный. Поэтому тут выделить кого-либо очень сложно. Танцевали по кругу красиво. Умеет не только играть, но еще и это, танцевать. Мне понравился Нижний Новгород, девушки из Нижнего Новгорода. И оркестр очень понравился. Продолжился фестиваль уже вечером. Духовые оркестры выступали с концертными программами на различных площадках Самары. Светлана Кудрявцева, Ольга Хамракулова, Василий Колдашов, Сергей Баскин. События.